Сегодня озвучит сомнение неизвестный ребенок, которого даже язык не позывает, не поднимается назвать телефоны террористом, срывает работу нашего колл-центра. Он звонит с известного нам сотового телефона, попадает на все линии 103, а где-то в это время человек не может до нас дозвониться. Уважаемые родители, в дни летних каникул будьте внимательны к своим детям. Имейте в виду, что данное телефонное баловство – это не просто шалость, оно несет за собой достаточно серьезное наказание. Пожалуйста, обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети.